На западе Подмосковья торжественно открыт очередной участок центральной кольцевой автомобильной дороги. Четырехполосный отрезок длиной 23 километра проходит в западной части кольца – от Можайского до Новорижского шоссе. Он позволил исключить проезд транзитного транспорта через населенные пункты, разгрузив тем самым Звенигород. Непростая была задача в период коронавируса, да, когда были все в ограничениях, все-таки принять решение с учетом всех мер соблюдения безопасности строить дорогу. И сегодня я хочу сказать, что дорога запущена на 6 месяцев раньше запланированного срока. Она должна была быть только запланирована к концу года, а фактически она поехала вот сейчас. Новый участок входит в состав 5-го пускового комплекса ЦКАД, единственного бесплатного отрезка кольцевой автодороги. На всем протяжении свежей трассы используются новейшие светодиодные светильники. Предусмотрено 5 пешеходных переходов, 5 развязок и 3 эко-прохода для диких животных. В июле государственная компания «Автодор» планирует открыть еще 14 километров ЦКАДа. Всего же в 2020 году будет введено в эксплуатацию порядка 200 километров новых и реконструированных дорог. В этом году сдается 200 километров, считайте, больше половины огромного транспортного кольца. Безусловно, для нас это и экономика, безусловно, это удобство для людей, это однозначно разгрузит МКАД, который часто мы видим перегружен по понятным причинам, так как является транзитная дорога. Поэтому для нас сложно переоценить значение ЦКАДа, а для нас это новая жизнь, это второе дыхание. Как ожидается, полностью центральная кольцевая автомобильная дорога откроется в 2021 году. По предварительным данным, стоимость проезда по платным участкам составит 2,5 рубля за километр. Фактически, заканчивая ЦКАД, значит, вся команда «Автодора» переходит на прямое управление проектом «Европа, Запад, Китай». То есть это крупнейший такой мегапроект после ЦКАДа. Ранее предполагалось, что на строительство скоростного участка Москва-Казань, который входит в состав международной трассы Европа-Западный Китай, уйдет 8 лет. Теперь же сроки перенесли. Его планируют открыть уже к 2024 году.